В рамках функционирования государственной информационной системы «Народный контроль». По введению новой категории, значит, незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением розничной продажи. Введение данной категории позволит принимать обращения от граждан по вопросам незаконного ввоза, производства и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории нашей республики. Выявление незаконных каналов поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство в целях сбыта и реализации продукции домашней выработки, содержащей этиловый и спирт незаконных оптовых поставок. Эта категория, она будет отличаться от всех остальных тем, что это будет закрытая категория, такая же, как у нас, вы знаете, например, как экстремизм, конфликты на религиозной и национальной почве. И это опубликованное сообщение будет видно только самому заявителю, то есть оно может носить и носит анонимный характер. И, безусловно, модератору категории, кому будет и отправляться это сообщение.